Всем привет! Приехали мы в Нижний Новгород. Завтра бежим забег «Беги, герой». Это один из самых массовых забегов в России. Причем на этом забеге в 2022 году Нижний Новгород был признан беговой столицей России. И вот мы опять здесь. Мы несколько раз бежали этот забег. Старты и пакеты, наверное, уже выдавались 3 дня. Сегодня пятница. Сегодня выдавались до 8, вечера сегодня до 6. Вот мы приехали и получили пакеты. Завтра пакеты выдаваться будут только там каким-то иногородним, и, в общем-то, будут только с утра до забега там. И в том году уже было, что уже футболки, кто получал в день забега, дали, ну, всю некондицию, что осталось, маленькие размеры. Причем и сейчас, как очередной год, на этом забеге опять с футболками намудили. Мне причем дали размер 50L, когда я стал мерить, ну, мерить не позволяют, он оказался женский, и мне фактически мало. Я был вынужден поменять, ну, там, с уговорами на XL, мужской, и мне оказалось велика. Больше менять не стал, но, в общем, это полная заморочка. Но давай сейчас я открою пакеты и посмотрим, что у них лежит. Я не смотрел, я не знаю, что у них лежит. Вот такие сумки дают, не рюкзаки, не пакет. Как они зовутся, Наташа, эти сумки? Шоперы. Можно было брать белый, можно был черный. Пофиг какой. Говоришь, какой цвет тебе дают. Вот это мой черный на 21 километр. Это вот Наташа на 5. Шопер «Беги, герой», Нижний Новгород в рамках забега РФ. В том году был не в рамках забега РФ. Это забег. Давайте посмотрим. Номер. Наташа номер. Кластер С. Ее номер. Это памятка. Забегу. Всегда ложат в конверт. И как... А, и ночной РУЦ. Реклама ночного забега РУЦ. Булавки. Булавки присутствуют там. Аккуратнее, можно не делать. Да. Мы же на память оставим. Так, будешь у него это... Булавки присутствуют. Что дальше еще? Дальше смотрим. Ну, майк, конечно, «Беги, герой», из которых сыр-бор уже не первый год. Ну, в принципе, майка такая нормальная по дизайну. Какие-то витамины. Кардио М омега-3. Вот, спонсор, видимо, витамин. Не знаю, там сколько еще не открывал. Какая-то реклама, какой-то. Спара реклама. Хотя спар, мне кажется, сейчас уже давно не спонсор, «Беги, герой». Протеиновое печенье. Батончик «Забег РФ» с символикой. Вот. И, в принципе, ну как обычно, вот это синергетик, то порошок, то гель, то шампунь, он является сейчас постоянным спонсором, везде вот они суют. Поаккуратнее, нельзя с моими вещами. И кардиомагнил вот к этой упаковке, вот видим какая-то вот, как чего, вот такая баночка. Вот, это давайте на 5, ну и шопер. Давайте откроем теперь на 21, еще мы имеем 21. Черный такой. Белый брать не стал, чтобы у Натальи было два. Два шопера. Итак, футболка, которую я, короче, это вот менял ее. Ладно, взял далеко, пускай будет. Все равно у них не бегает. По номеру. Что у меня лежит в номере? Номер мой 46. Кластер Б, час 35, час 45. Взял кластер. Ну, час 35 я не пробегу, сейчас не в моем положении. Вот. Ну, сейчас 40, думаю, выбегу. Что еще там? Тоже ночной забег, тоже памятка участника и тоже булавки. Но у нее черные булавки, Наталья, у меня булавки белые. Вот, то есть уже отличие. Полезем дальше. Тун-тун, опять кардиомагнил, реклама. Тоже, то есть пока все одно и то же. Идет омега-3, такие же таблетки. Буду их пить. Реклама спара, тоже такой синергетик, шампунь одноразовый. Вот. А чем же отличается у нас пакет-то? Тоже печенье протеиновое. О, нашел, чем отличается. Батончик «Забег РФ» с логотипом. И нашел, чем отличается. Чем, думаете, отличается? Подадон. Колбаса. У меня есть колбаса. Вот. Еще чем больше ничего нету. Еще чем отличалось, мне дали этот талон на паст-пати. У нас там есть фото, будут этот, где мы получили пакет. Такая маленькая коробочка, там паста. Макароны с кетчупом нам дали, две. Одну, ну, то есть, 5 конфет не клали, но получилось так, что у нас получилось две. То есть мы взяли две, и мы их съедим перед забегом. Вот такая штука. Вот так вот мы завтра бежим, все поедим, покушаем. Но разница, в принципе, в чем? Занимайтесь бегом. И до встречи на старте.